Снова здравствуйте. Все нормальные люди ложатся спать, а я начинаю распаковывать. Немножко темно, но я думаю, в принципе, все необходимое будет видно. Ребят, у меня к вам очень большая все-таки просьба, да? Будьте любезны, смотрите видео. Видео понравилось, подписывайтесь на канал. Да? Помимо подписывайтесь на канал, поставьте там лайк. Да, я буду понимать вообще, стоит этим заниматься или не особо, может быть, как бы не столь это интересно, бы его в болото. А я тут распинаюсь. Так, в любом случае, у нас это получается третья распаковка за сентябрь месяц. Начнем. Очень неказисто, конечно. Хотя, вы знаете, в принципе, если поправить там, и так далее, и тому подобное, да, это можно превратить в какой-то надлежащий вид, но подозреваю, некоторые сложности все-таки с этим возникнут. Так, как же тебя открыть-то? Значит, ребят, что это такое? Это очень великолепного качества игрушки. То есть, это вот, в принципе, на самом деле достаточно какая-то известная фирма в узких кругах, китайская. А местами они доходят прям, до каких-то вообще вот безумных стоимостей. То есть, там, когда вот одна вот такая машинка может стоить там порядка 1000 рублей. Это очень много, так быть не должно. Значит, их отличительная особенность в чем? Они имеют полный привод. То есть, если ее отправить, она будет кататься как безумная. А я не думаю, что это в распаковке, в общей распаковке будет интересно. Поэтому, ребят, правый верхний угол. Там значок «Информация». Открываем этот значок, смотрим ссылку на раздел «Товары детям», переходим и более предметно, если интересно, да, смотрим про эти игрушки. Вот, игрушки просто... Я их ждал, они мне очень нравятся. Завтра я буду их запускать и снимать более предметно. Так, мы продолжаем. Продолжаем мы все это дело. Значит, ребят, это опять вентиляционные держалки, да, ROG. Только у них немножко другая упаковка. Очень интересный момент, да. Связан он с чем? С одной стороны, это то, что я хотел, а с другой стороны, это не то, что было на картинке. В связи с тем, что это не то, что было на картинке, по идее, можно открывать спор и в наглую у китайца там отсуживать денежку назад, как минимум часть. Вот. Но я, наверное, этого делать не буду, ровно по той причине, то, что мне аж пришло то, что я хотел. Правильно? Да? Я получил то, что я хотел, и в наглую обманывать китайца это не есть хорошо. Плюс мне еще могут и аккаунт за это заблокировать. Да, все то же самое. Гарантийный талон внутри. Гарантийный талон внутри. Ну и в нашем случае это зелененькая уже просто держалка. Что она из себя представляет? Ну, давайте я вам еще раз покажу. Вдруг вы не видели видео. Значит, представьте, что нож – это вентиляционная решетка. Вы вешаете. Выравниваете, как вам это вот будет удобней. Фиксируете все это дело. И что вы в итоге получаете? Вы берете, вставляете сюда телефон, она лапками его зажимает, лапки прирезинены, телефон не портится. На вентиляции очень удобно, да, до телефона дотягиваться, использовать его как навигатор, как вариант. И самое главное, не забудьте отключить эту вентиляционную решетку, потому что если будет печка работать, ваш телефон может перегреться, и это не есть правильно. Поэтому не забывайте отключать. Мне очень они нравятся. Я прям с них тащусь своих денег. Они однозначно стоят. Как тебя закрыть? Все, закрыли. Теперь они стали приходить вот в таких коробочках. Почему нет? Вполне симпатичные коробки, только вот единственное. Цвет написан, да, все зеленый написан, все хорошо, проблем никаких. Явно какие-то проблемы у MGS с подсчетами. Мне вот в очередной раз положили больше, чем нужно пленок.
Значит, все до безобразия просто. Ну, открываю больше для себя. Все цело, все хорошо. Если быть точно, это у нас версия 32 гигабайта от 4 месяца 16 года. Опять же, от 4 месяца 16 года. Все стандартненько. Все хорошо, все симпатично. Если кому интересно, стоит европейская прошивка. Полностью все это дело на русском языке. В комплекте идут отвратительного качества адаптеры. Не адаптеры, а переходники на адаптеры. Поэтому, ну, лучше сразу заказывать либо хороший адаптер, либо, ну, хороший переходник как минимум. О, 7 месяц 16 года. Ну, прям вот совсем свежак. Телефоны достаточно хорошие, не хотите долго ждать, ну, не вопрос, вы всегда можете у меня их купить с небольшой наценкой. В наличии, как правило, они у меня лежат. Если будет интересно, обращайтесь. Готовит, говорит, Саня, летом, а вентилятор осенью. Так, ребят, ну... Я думаю, то, что нам сейчас пригодится переходничок ОТГ, но он нам будет не нужен, потому что наш вентилятор, он прям сразу имеет разъем microUSB, его можно сразу втыкать в телефон. Очень надеюсь, что он не заразит мой телефон какими-нибудь ужасными вирусами. О, телефон просто надо для этого включить. И... Знаете, он что-то дернулся и прекратил дергаться. О, получше вставил. А экран выключить-то можно, интересно, нет? Да, экран можно выключить. Ну, вы знаете, прям... Чё ж... Нет, он хочет включенный экран... Зачем, не совсем понимаю, потому что это будет достаточно сильно разряжать телефон. Мне, конечно, по барабану, у меня батарейка. А что тебе не нравится? Ну-ка. Кстати, я не совсем понимаю этот вентилятор. И что он, собственно говоря... хочет. При всем при этом жужжит, конечно, он знатно великолепно, но вот если мы выключаем экран, мы выключили экран, не, смотрите, продолжает жужжать, прекратил жужжать. Не знаю я, в общем, что он хочет. От чего он начинает работать? От чего он перестает работать? Вот прям вот... Не скажу. Дует хорошо, но какие-то некоторые там сложности у него возникают. В принципе, есть у меня там одна очень интересная фирма, которую я подумываю заказать вентилятор. Ну, наверное... Действительно, мы ее подождем, и от этого будет понятно, для чего мы это сделаем, потому что вот все-таки вот с переходником, ну, как-то вот немножко не то, что вот я думал. Так, и достаточно интересная посылка. Интересна она тем, то, что здесь находится новый для меня телефон. Я его в руках. Когда ко мне придет, наконец, мой нож. Я где-то потерял у себя нож. Вот, и жду, когда мне снова он придет. Когда он снова ко мне придет, приходится пользоваться этим вот маленьким огрызочком. Ух-ух-ух. Прям вот распирает меня. Так, Attention Remove Sticker Before Power. Не совсем понимаю, что здесь за стикер. Но смысл в чем? У меня в руках находится телефон BlackView
А8. Не знаю, может быть, я, конечно, немножко его неправильно называю. А фишка заключается в чем? Ушки, воробушки, видите? Выпирает. Так. Давайте посмотрим, наверное, как его открыть. Блин, вы представляете, я так сильно расстроился. Я прям вот ждал его, ждал. Смотрите, да, здесь кабель USB-шный в упаковочке. Наушнички есть. Адаптер, смотрите, сразу, да, с голограммкой. Нашинский адаптер, вот, без всяких яких. Бампер к нему силиконовый есть, да. И есть вот такая вот... инструкция, да безобразие простая. Инструкция на бусурманском английском языке. Давайте попробую открыть. Так, ну вы знаете, вот закрыл я ее все-таки, вот эту вот страшненькую, то, что меня испугало. Открывается это снизу от камеры. Снизу от камеры это здесь. Так, ребят, я все-таки ее открыл. И что мы видим здесь внутри? Я понял, о чем идет разговор. Значит, здесь аккумулятор с пленочкой. Судя по всему, эту пленочку нужно будет снять перед первым использованием. Отвык я от того, что у нас аккумуляторы съемные могут быть. Значит, в нашем случае 2000 мА. Ну, много это или мало? Ну, большой вопрос. Да, у айфонов там, насколько помню, 1400, что ли, всего умещается. Значит, что мы видим? Мы видим то, что нам надо с аккумулятора это снять. И. Давайте, наверное, для чистоты эксперимента. Давайте для чистоты эксперимента поступим следующим образом. Ставим сюда карту памяти. Одна пускай у нас будет Билайн. И вторая пускай у нас будет МТС. Обратите внимание, значит, в нашем случае остался третий слот. Третий слот для карты памяти. То есть, без всяких там каких-то там танцев с бубнами, да, отдельно две сим-карты, отдельно карта памяти. Как думаете, кстати, сколько стоит этот телефон? То есть, вот если вот вы не заглядывали, да, вот по чесноку, вот ваше мнение, сколько он стоит? Пока он включается, смотрите, вот такой вот корпус металлический. Прям симпатичненько так достаточно выглядит. Вы знаете, ну, да, очень приятен. Он очень приятен. Только вот единственное, я вам сейчас по памяти не скажу, какие у него характеристики. Так, нас, видимо, интересуют настройки. Заходим мы в настройки. Заходим в язык. Нажимаем английский и начинаем искать. Польский, вот он. Да, интересующий нас русский язык. Так. Ну, смотрите, все без проблем переведено. Все хорошо. Все симпатично. Значит, заходим
Так, ну, ВКонтакте, наверное, не полезем. Зачем вам моя записная книжка? Да, она вам абсолютно не нужна. А вот в сим-карты давайте, наверное, подзаглянем. Вы знаете, почему-то он их считает пустыми. Я знаю, почему он считает их пустыми, потому что Михаил Владимирович ошибся. Необычно, видите, вот здесь прям нарисовано, как их вставлять. Просто вот непривычно как-то все это дело. Так, ну, смотрите, вот так вот выглядит его задняя крышка. Да, то есть у нас есть камера, есть подсветка. Более предметно, да, данные об этом телефоне, я думаю, ну, отдельно надо будет для него разделчик создать, сделать в нем обзор этого телефона. Так, мы прогрузились. Так, ребят, ну, навскидку, что мы видим? Мы видим 3G. 3G мы видим. Но нас интересует, есть ли здесь 4G. Ну, вы знаете, видим на этом телефоне, ну, 4G отсутствует. И присутствует, ну, просто 3G. Ну, вот, вполне возможно так. К сожалению, ну, не совсем я помню его характеристики. Основной смысл заключается в чем? Не совсем помню я характеристики этого телефона. Вот. Основной смысл заключается в том, что его цена, если не ошибаюсь, на момент обзора 3800 рублей. Ребят, то есть, вот, ну, абсолютно смешная цена для достаточно симпатичного смартфона с большим экраном. Да, полностью русифицированный. Да, у него есть навигатор. Ну, то есть, прям вот очень даже поближе я посмотрю, сделаю специально на него раздел, ну, и в нем сделаю о нем обзор. В целом он мне нравится, я подозреваю, свое применение он найдет, и такие телефоны ко мне еще будут приходить, смогу о них что-то сказать. Ну, реально бюджетный, реально прикольный телефон. Значит, много чего распаковал. Много чего еще предстоит распаковать, доделать обзоры на игрушки и так далее. С вас, как обычно, палец кверху, подписаться, поделиться видео. И, ребят, заходите в группу ВКонтакте, смотрите чужие обзоры. И, если есть желание, оставляйте свои обзоры. Скоро начнем очередные розыгрыши призов. Буду рад вас там видеть. Засим все, всем всего.